И всем здравствуйте, подписчики моего канала, любимые зрители, гости, вообще всем-всем привет, ребята. Самое главное, сейчас, когда вы смотрите это видео, можете поставить лайк, подписаться на канал, зайти в группу и подписаться там. И мы начинаем. Остановились мы на том, как я попал в вот эту вот пещеру. Да, пещеру, тут крипер взорвался, но ничего. Мы справляемся. Еще там дождь, походу, идет, да, дождь? Да, идет дождик. Мне просто надо чем похавать, а то меня убьют. У меня ни хрена нету. И у меня появился небольшой план. Так, где верстак? Нет, этот план опять отпал у меня. Я просто хотел сделать грибной суп, но ни хрена не получится. Тихо. Вот, молодец. Убивать людей это плохо. Я надеюсь, это глюки, и меня сейчас эндерман не убьет. Так, ладно, станем летучей мыши. Тем более она поменьше, и скелету будет сложнее по мне попасть. Там где-то скелет был. Вон он плавает. Этот маленький урод. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давайте осветим тут все. Осветим. Не яркость какая стоит-то. Самая яркая. Вот так тебе. Ой-ой-ой, не попади, не попади. Их там двое. Ой-ой. Пол хп, пол хп. Ай! Я думал, у него на один удар. Ладно, хорошо, что я маркеры поставил. Мир для сети же надо открыть, да? Где маркер-то? Так, маркер, вот он. Это где я сдох, да? Не-не-не-не-не. Иди нахрен. Вот на тебе. Сдохни. Это что за хрень? Ой-ой, я в скале застрял. Освети, освети. За хрень. Вот откуда вода. О, железка. И верстак, вот верстак. Так, печка. Где моя печь? Печь, там горшок. О, меч. Походу печку я просрал, хотя ладно. Ла-ла-ла-ла, так где? Печку делаем. Ой, неправильно делаю.
Хотя бы один уголек надо. Я пока это добуду. Мне либо кажется, или... А, я понял, что... В чем дело. Куда я закрыл? Нет. Бесконечный источник все равно. Где зомби, а? А вот ты где. Вот тут я сдох. Ладно, пускай тут пока эта точка спауна стоит. Она пока тут... Что это за хрень, а? Так, он исчез куда-то. Сенсей, сдохни, а. Ой, я в сенсея превратился. Двойная пещера. Лава. Так, вот так вот. Тут все освечено. Так, что тут у меня? Кстати, надо это 9 булыжника. Или 8, ну короче, штук так. Ладно, 8 запихаю. О, у меня скоро 3-й левел будет. Охрененно. Тут, кстати, где-то лава, еще одна. Или это та же самая, не знаю. Кстати, ребята, чтобы вы еще раз не говорили, то, что я там какой-то читер. Ну, кто не смотрел первую серию. Вот это мод стоит, это на регенерацию, короче, этих всяких хреней. И вы на первой глубине даже можете увидеть тут алмазы. Так что не говорите, что я там их начитерил. Или еще что-то там, не знаю. Потому что, как вы видите, угля я вообще не могу найти, а вот такая хрень спавнится, которая мне вообще не нужна. Потому что я механизмы не умею делать. Капец. Это уже бесит. Да я просто дохрена. Чтобы это все бы... Уголь бы был бы. Что за хрень? Все, иди нахрен. Иди нахрен от меня. Так. Все, мне больше это не надо. Охренеть. Просто охренеть. Так, ну все тут. Для чего же я это собирал? А вот для чего. Вот. Я просто не знаю, что это за мод. И всегда мечтал это сделать. О. Что за хрень? О, боже мой. Ау. Чувак. Ты живой? Ты двигаться умеешь? Ну-ка.
первый левел и 0 хеллов. Хеллов. Ой, 0 опыта, то есть. Ну, пошли, придурок. Вообще, что им делает, а? О, типа он борзый такой, да? Чё ты? Такой, типа, борзый. Ни хрена, ты даже ударить можешь хотя бы? Ну-ка, возьми руки меч. На. Ладно. Стой тогда тут, я охраняю мою печку с верстаком. Вообще не понимаю, нахрена я его сделал. Вот опять. Уголек, пожалуйста, уголек. Что же это? Это уголь. Наконец-то, спустя 2 часа. Фуф, я думал, его вообще еще мало будет. Вот, так это та же тема, только с углем. Но это хорошо, если честно. Сейчас я вон свет поставлю, а то просто YouTube затемнеет же все. Вот, все нормально. Ладно, еще немножко добудем его. Так это уже что? Это реально уголь, это хорошо в данную секунду. Все. Опа, еще. Так, это все, да, это все. Тоже поставим факела, чтобы никто не заспавнился. Сделал сверху или внизу? Так, ясно, где лава. Ладно, не будем сюда лезть. Ну, закроем все. Капец. Просто капец. Надо мод было на сумке установить. Так, ну все, получается, вся пещера. Конечно, очень маленькая, ну ладно. Ты до сих пор стоишь тут. Чувак, ты будешь что им делать, а? Не знаю, может, тебя чем зарядить надо. На тебе. Ладно, если вы тут впервые, можете подписаться на мой канал, поставить лайки. А с вами был Лёша, и всем удачи. Не забудьте подписываться в группу, ставить лайки, ну это я уже говорил, и подписываться на канал. Всем удачи, всем пока-пока.